6 июля кировские огнеборцы празднуют свой юбилей. Пожарной службе города исполняется 85 лет. За это время разные поколения мужественных людей стояли на страже пожарной безопасности города. О буднях кировских покорителей огня наш следующий сюжет. Пожалуй, невозможно переоценить труд пожарных, людей, которые ежедневно, рискуя своим здоровьем, а иногда и жизнью, борются с одной из самых страшных стихий – огнем. 6 июля кировские огнеборцы отметят свой 85-летний юбилей. С появлением первых построек в тогда еще Хибиногорске сразу остров стал вопрос о пожарной безопасности. Огонь нещадно уничтожал то, что строилось огромными усилиями первых жителей города. На борьбу с пожарами с небольшой горсткой людей в Хибины был направлен Николай Николаевич Юшков, специалист, который был на очень хорошем счету в Ленинграде. В непростых, а порой даже экстремальных условиях огнеборцы спасали нехитрое имущество, оборудование и, конечно же, человеческие жизни. Со славными страницами истории кировской пожарной службы можно познакомиться в небольшом музее, который находится здесь, в ПЧ-30 на улице Олимпийской. На сегодняшний день численный состав кировского филиала Государственной пожарной службы Мурманской области – 151 человек. Это боевые расчеты, диспетчеры и обслуживающий персонал. Сейчас у пожарных самые современные средства тушения. На смену стареньким «Зилам» пришли новые «Уралы» и «КамАЗы», а также вспомогательная техника. На вооружение поставлены отвечающие времени пожарно-техническое вооружение, аварийно-спасательные и механизированные инструменты. Поддерживать хорошую физическую форму и совершенствовать профессиональные навыки – одна из основных задач. Ведь от этого зависит жизнь не только пострадавших на пожаре, но и самого пожарного. Ежедневные тренировки позволяют выработать этот навык на уровне инстинкта. За прошедшие 85 лет нашими предшественниками и теми, кто сегодня стоит на страже покоя наших земляков, создана профессиональная, современная, оперативная служба, готовая в любой момент, невзирая ни на какие обстоятельства, выехать к месту происшествия. Я благодарю своих коллег за их самоотверженный труд и выражаю особую благодарность ветеранам пожарной охраны, многие из которых отдали многие десятки лет делу борьбы с пожарами. Я поздравляю вас с праздником и пожелаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и уюта вашим домам. И традиционно сухих рукавов.